будем прыгать. Туринский провал. Так что, я с вами всегда Безумный Паша. Как бы так. Итак, родненький, это первый и последний раз. Вот смотрим. Если у меня муж не вернется домой, закопаю обоих нахуй. И троем нахуй вместе взятых. Так что... Вернусь, так что не переживайте. Это будет вообще нечто, это будет жесть, это капитально будет. Ну, это сердечко точно остановится, нахуй. Вернусь, не переживайте. Родненькие, все вы, все наши. Вернусь. Все будут все целые и все невредимы и нормальные. Так что надо будущего поддержите. Вот так. Дальше у моря, море удачи вам. Вау-вау. Пацаны. Ваша Иришка, чики-пики, мой муж любимый. Как-то так. Так, родненькие, сейчас будет такое, что у вас сердце защемит по полной программе. Увидите такое, что... Ребята, приехали в Туринский провал. Так что будет все нормально. Дальше будет что интереснее. Давайте. Все будет ништяк. Все, монгол, готов? Ну. Ух! Нет, камней бы не было. Да не бойся, не бойся. Это вот самая верхняя точка Туринского провала. Смотрите. Буду я оттуда прыгать. Можете себе представить? Это будет жесть. Смотрите. Люди внизу. Ебать, вот такие. Прикинь, а нам лететь туда. Это же просто охуетительно. Это же прям... Во! Могем! Каких-то 110 метров, ёб... Ни о чем. 120. О! Затишь! Ради вас-то все готов. Приехали, блин, в Туринский провал. Сейчас будем прыгать. Так что, Безумный Паша всегда с вами. Мулькины, что только ради вас не сделал. И был везде. Здесь первый раз и первый раз в жизни. И только ради вас. Надеюсь, сердечко не остановится. Так что, как-то так. Голосуйте, пишите. Камень, ножницы, бумага первый. Камень, ножницы, бумага. Воп. Ножницы. Камень, ножницы и бумага. Воп! Как-то так. Иха! Дачи у моря, море удачи вам всем, ребята. Так что, блин, это второй. Ну вот, ребята, готовлюсь. Как бы, ну, сами поймете, увидите.
безумный Паша всегда с вами. Так что, ребята, было просто клево. Монгол, не бойся ничего. Прям прыгай и вообще прям не думай ни о чем. Реально. Ну, прям реально. Ну, это было вообще нечто. Ой-я. Ой-я. Блять, оно кажется страшно. Хуя подобного. Это просто было нечто. Реально. Просто было нечто. Руки вверх, так ты летишь до последнего. Вся веревка сбоку, она тебе никак не мешает. Точно так же ты и не должен мешать, хорошо? Я сам сейчас сделал. По прыжку. Вообще здесь любой прыжок, он верный. Там хоть вниз головой, солдатиком, это все верный прыжок. Но все-таки самый классный, это если летишь горизонтально грузом вниз. Вот, вот, да, стабильное падение на пузе. Нихуя! Нихуя указки. Я так же выглядел, наверное. Собирается хули совести. Нихуя на то. Блять, реально страшно. Особенно если я вниз поглядел. Отойди, Паша. Как дела? Нормально, Паша. Супер. Посматривай на место, на место. Ой, нихуя, он там болтается. Охуенно. Трёшкой летим. И выходим. Я тебя видел два раза во сне, честное слово, блин. Летишь, ничего не чувствуешь, сердце. Ребята, 5 секунд полета свободного. Прям я тебе, вот я вам говорю, советую вам, если что, прям. Паша всегда с вами. Давай руку. Давай. Охуели, что ли? Да. Да вы дебилы? Да. Он болтался. Если бы ты сюда об камни ударился, нахуй. Она милая личка. Алкоголичка. Алкоголичка. Да. Если меня бы сейчас увидел, то... Пиздобол, ты еблик! Я тебе сказал не отпускать его нахуй! Я в машине с кого торчала, блядь! Иди отсюда! Там дурац, блядь! Ваша свалка дальше, 300 метров! Да-да-да! Мы прибыли в на место, разойдем! Мы убиваем!
мы за вами не... Вау! Всем привет! Я. На Туинском провале находимся! Прыгнули только что! Так что, Роднулькины! Вот я это сделал! Мой начальник! Монгол безумный, безумный Паша с вами! Короче! Баб! Хара! Тихо! Жену поймал! Ой, давай перекинем! Короче, хорошо! Да тихо! Хорошо, как у нас бригада! 4 фрея, 2 гада! О, 2 гада!